Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1413. События дня. Матфея 24:14. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. За 27 октября 2019 года. И наше обращение. Обращение Игоря Александровича Барабаша о комбайне. Тормозите курсором, чтобы можно было считать. Все, больше ничего у нас тут и нету. Не знаю. Как так? Значит, не в том месте, в другом. Здесь у меня копия есть. Видимо, туда перенесли события дня. Вот здесь вот. А оно на другое число как бы показывает. Видишь, 24-е. И вот здесь. Угу. Вот так. Теперь дальше, которое здесь было обратиться. Это очень даже нехорошо. То есть я не узнаю, где. Перепутал. Это рядом было или где-то надо в другом месте прятать. Видите, сколько. Это уже было когда-то. Сейчас я быстренько пролистаю это дело. Где же, в каком месте-то начинается вчерашнее? Вот не ожидал я такое. Вот оно как раз. Вот отсюда начнем сейчас. Прохожу. Вот оно. Видишь, две у меня папки, или как сказать, два файла копировал и натолкнулся на копированный. То есть может считать вот здесь. Это ночная переписка между, называют этот чат наш, собеседование. И много находят полезных сведений и ставят сюда. Я беру готовое.
Вот такая была у нас еврейка. И ответ такой дали. Ну вот так, коротко и все. Прочитайте. Что сказать? Воскресный день. Встали, как всегда, в 4:40, а я до этого еще почту разбирался там с 2 часов ночи, как всегда. Потом богослужение, литургия. Батюшка приехал накануне, в субботу, и выступил так. Собрание. Там собрание, все видно, что он говорит. Зайдите на наш видеоканал «Во свете Библии, открытым оком», Игнатий Лапкин называется. И там все это увидите. А потом у них там поют, трапеза и занятия. Вот какие события были за этот день. И на этом, пожалуй, все.